Всех приветствует канал «Футбол Обоз». Уже поднадоело слушать восторги по поводу исхода матча «Реала» с «Шерифом». Сразу после игры, ночью, сначала Губерниев проявлял невероятный восторг по поводу игры и результата, вспоминая кого-то из Тамбова или еще откуда-то, игравшего в этой игре на стороне «Шерифа» и имевшего вроде ранее какое-то отношение к РПЛ. Потом этот восторг подхватили другие специалисты и знатоки. Вчера, сегодня и сейчас сплошные вывески и здравницы, подчеркивающие данный результат и данную сенсацию. Слушать и читать это уже довольно утомительно, но и забавно. Но надо наконец всем уже успокоиться. Обычный тотализаторный матч, который бывает каждый сезон именно на групповой стадии Лиги Чемпионов. Ого, как это у меня вырвалось. Такого же просто не может быть. Это же сама Лига Чемпионов, где бонусы такие, что никто и никогда даже не задумывается о тотализаторе. Но главное, что система формирования групп и участников этой лиги способствует и заточена именно под такие мероприятия ежегодно. Ничего абсолютно нового. Для особо неверующих посмотрите, как играет Куртуа при первом голе в ворота Мадрида. Как он неуклюже сложился и упал, провожая мяч взглядом. А потом стоял с трагическим лицом, типа не понимая, как такое вообще могло с ним произойти. Конечно, игроки Реала провели выдающийся матч. А папе Карло можно смело вручать Оскар за монолог после окончания этой игры. Прекрасное актерское мастерство, поэтому у них у всех такие зарплаты и гонорары. Всем браво! Если бы второй не залетел, то Куртуа после удара игрока «Шерифа» обязательно перевел бы мяч на угловой. И после углового гол все равно бы состоялся, ибо время заканчивалось. А может и нет, я ошибся, и все это плод моего воображения. Но почему-то не покидает ощущение возможности такого развития событий. Прошу неверующих в происходящее не возбуждаться и помнить, что это свободная площадка для выражения любого мнения. И помнить еще, кто из букмекеров официально поддерживает Мадрид.